23 июня – день бадминтона в Орловской области. Идейный вдохновитель и главный участник спортивного марафона – летчик-космонавт, герой России Александр Мисуркин. Это спортивный марафон «Земные сутки» космического бадминтона с Александром Мисуркиным. Старт был дан в 6:00 23 июня. Финиш в 6 утра 24-го. Это интервью мы записали в одном из коротких перерывов. К тому времени Александр провел уже 6 часов на площадке. Я убежден глубоко, что это действительно стиль жизни, это способ жить гораздо дольше и жить качественнее, в том смысле, что в большем возрасте ты можешь физически более активным быть. Это способ снятия стресса. Александра Мисуркина называют одним из учредителей и безусловным локомотивом Федерации бадминтона Орловской области. Она была создана в октябре 2017 года по инициативе космонавта-испытателя, героя России. Сам марафон вызвал большой ажиотаж. Интерес к мероприятию огромный, более 120 заявок на участие. К тому же это не столько городской марафон, он вышел далеко за рамки. Здесь примут участие и иностранные гости, и гости из других городов, таких как Курск, Брянск и Ростов-на-Дону. 15 минут играет с одним, потом сразу с другим, и раз в 2 часа у него перерыв почти метров. Дотянуться до уровня и мастерства нашего именитого земляка Александра Мисуркина задача не из легких, но в этом турнире нет победивших и проигравших. Бадминтон мне нравится тем, что надо двигаться, постоянно отбивать этот баланчик, нужно постоянно делать какие-то резкие движения. Я, как и все дети, люблю, мне надо бегать, мне надо развиваться. И я из-за этого люблю бадминтон. Я еще приехала ради того, чтобы посмотреть на космонавта, ведь космонавты каждый день по улице не ходят. Я рад, что этот знаменитый человек учит нас вести здоровый образ жизни и любить бадминтон. Церемония открытия. Атмосфера получилась яркой, эмоции неподдельные. Прекрасному настроению способствовали зажигательные выступления творческих коллективов. Как оказалось, гости здесь не только с официальной миссией. Ракетки ждали всех. Бадминтон – это замечательная и яркая игра, говорили участники турнира. Временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Клычков на собственном примере показал, что важно двигаться вперед, что успехи достигаются упорным трудом. Спортивный стиль – норма жизни. Мне появилось желание прекратить играть и заниматься уже интересным видом спорта, очень интенсивный, импульсивный. И видно, что сегодня на площадках не только молодежь, но и люди уже старшего возраста. Ритм задают игроки. Поэтому здесь я надеюсь, что мы сможем как раз в этом виде спорта создать условия для занятий видом спорта всех, от млада до велика. Среди участников марафона один из самых спортивных членов правительства Андрей Усиков. Советую всем взять в руки ракетки, прийти в спортзал. Это поможет вам избавиться от лишнего веса, справиться со стрессом. Прекрасную спортивную форму продемонстрировал глава администрации «Орла» Александр Муромский. В детстве мы все играли в бадминтон, я думаю, навыки остались. Поэтому, как только взял ракетку, сразу вспомнил. Ну, есть куда тренироваться. А это финал. Итог земных суток космического бадминтона с Александром Мисуркиным. Ура! Наталья Пехтерева, Алексей Нескин, телеканал «Первый областной».